Юр, ну, наверное, это самый такой насыщенный на моменты и на голы матч. Сложно, наверное, было против такого Гребенника играть, но мы сегодня показали, 5 забили, сожалею, 6 пропустили. А, да, игра была очень результативная. На встречных курсах каждый показал, что может, и Гребенник, сильная команда, они классом выше, чем Аварим. Мы ожидали, мы знали, что сегодня будет борьба, сегодня будет такая игра, непростая будет игра для Аварима, но тем не менее мы боролись на равных, и я думаю, даже мы абсолютно ни в чем не уступили. Сегодня лучше сыграли ваши легионеры по сравнению с матчем вчерашним в 1-16. Как вы их дополнительно мотивировали, чтобы было видно, что они прям горят? Они вчера расстроились, что не смогли показать то, что они умеют. На самом деле мы знаем, что они умеют много чего. Просто ребята из большого футбола, и не всегда просто сразу на мини-футбольном поле показать то, что они могут делать. Но сегодня они реально показали и забили 4 гола забили сегодня. Три гола забили, а 2 ребята местные забили. Сегодня наоборот получилось. То есть они больше забивали, больше трудились и показали, что могут. Но на контратаках, к сожалению, для нас и к радости для Гребени команды, с чем я и поздравляю их, следующим выходом на следующий этап, четвертьфинал. Здорово! Может быть, при удачном для вас счете, когда вы выигрывали, нужно было засушить игру и играть от обороны? Или хотелось доказать и больше забить? Потому что в данном случае все сыграло против вас. Да, к сожалению, да, мы хотели больше забить. А получилось, что мы получили. В любом случае, спасибо вам, спасибо вашим болельщикам, они гнали Аварим. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Аварим — это открытие, которое показало и доказало, что способно на большие результаты. Удачи вам в следующем. Спасибо большое. Мы будем стараться радовать зрителей и всех, кто нас поддерживает.